Беспрецедентный случай в истории Юго-Восточной Азии. Король Таиланда признал захвативших власть военных. Руководитель военного переворота генерал Прают Чан-о-ча заявил, что получил королевский указ о назначении на должность главы Национального совета мира и правительства. Однако на первой же пресс-конференции он не захотел отвечать на вопросы журналистов. Генерал, не дав полноценных ответов, ушел с трибуны и покинул пресс-клуб. Как долго продлится военное положение в стране? Когда все закончится? А вы можете назвать конкретные сроки? Может быть, это затянется на целый год? У меня нет временных рамок. Это зависит от ситуации. Мы сделаем это как можно скорее. Все, хватит. Волна митингов вновь прокатилась по городам Таиланда. Несмотря на запрет проведения массовых акций протеста, демонстрация в Бангкоке накануне собрала тысячи демонстрантов. Главное недовольство протестующих вызвало главным образом из-за многочисленных арестов всех ключевых политиков, которые поддержали прежнее правительство. В связи с этим новые военные власти издали приказ о создании трибунала, который будет решать все дела о нарушении введенного в стране военного положения. Тем временем генерал, обладающий после переворота всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти, подал на утверждение королю указ о своем назначении руководителем военного правительства. И сегодня 86-летний король Таиланда выпустил указ, признающий власть организаторов военного переворота в стране.